Пожалуйста. Растрыгин Александр Валерьевич. Пошел Вагнер, 12-е ШО, 1-я рота, 3-е отделение. Вот когда приехали к нам в зону, чтобы нас забирать, нам пообещали, что больше нас не будут гнать на убой. 3 месяца обучения, месяц дома, 2 месяца мы будем работать, якобы за каждый месяц по 100 тысяч будем зарабатывать, стоять на границе, шмонать машины, чтобы не проезжало контрафактное оружие и наркотики. Вот. А нас обманули всех. Вот. И спросили, почему военные же действия всегда набирали. То, что люди шли штурмовать и убивать. А сказали то, что Белогоровка или Белая гора. Вот, то, что там больше 2500 наших зэков погибло, кого набирали, поэтому больше, это будет последний набор и больше не будут гнать на убой. В итоге что получилось? В итоге получилось, нас обманули. Мы когда приехали, нас начали обучать и сказали, что мы поедем на передок. Сколько обучали дней? 21 день. Куда тебя погнали на передок? Погнали в... Как она? Краснополовку мы приехали. Большие потери? Большие. Скажи мне, с какой ты зоны? 16-й, ИК-16, город Тольятти. За что срок сидел? За кражу. За кражу. Скажи мне, снарядов хватает Вагнеру? Ну, я видел дом и ангар, где были снаряды. Ну, много было. А так, когда пошли в атаку, поддерживает артиллерия зэков? Нас не поддерживал. Командир нашего взвода нас не поддержал. Что ты хочешь передать своим друзьям-зэкам? Не идите сюда, пацаны. Не идите в Вагнер. Все обман. Это все обман. И то, что по телевизору по-нашему показывают, то, что здесь мирных убивают другие люди, это наши убивают. Это все обман. Я просто видел своими глазами, как они под автоматами нас гонят. Все обман. Не верьте. А что такое? Заградотряды за вами стоят? Или заград? Нет, Заград под... Командиры, которые нас ведут, они нас же и обнуляют. Они нас и обнуляют.